Приветствую вас, разящие кулаки Богомола, с вами Федорович, а это видео будет замечательное для моих хейтеров и для всех диванных экспертов. Я вам покажу легкие спарринги со своими тайцами перед поездкой в Турцию. После того, как ребята начали делать тренировки, я сам их испугался и решил тоже немножко привести себя в форму. Мы работали в коротеньких отрезках по минуте со сменой партнера. В общем, получил я по шее знатно, поэтому наслаждайтесь. Ну чё тут за спарринги, сейчас оценим. Не, ну это же не бои. Вот когда я спарринговал, мы рубились в мясо. Из 20 вообще только двое выживало. Это какой-то детский сад. А чё они все в защите? В шлеме? Они что, сыкуны? Вот мы вообще мочим друг друга даже без кап, а иногда и без перчаток. А чё, ведь на улице не будет ни кап, ни перчаток. А это какие-то балерины, а не бойцы. Чё? И это техника. И этот Фёдорович рассказывает про тайский бокс. Вот я видел по телевизору, как в Таиланде вообще не так бьют. Там пальму перебивают одним ударом. А у них какие-то танцы, а не драка. Я вообще в шоке от этих драчек. Вот я, когда захожу на болевой дивану, даже соседи плачут от боли. А чё они все такие никакие? Где нокауты, где кровяха? Вот мы, когда с пацанами в подвале рубимся, кровища море. У этих типа бойцов против борцов вообще нет шансов. Я проход в ноги через 2 секунды сделаю и всё. А они только убегать умеют. Хрень какая-то, а не драка. Ни одного локтя в нос не было. Ни одной сечки никто не поставил. А еще всем втирает, что это муай-тай. Какое-то сборище инвалидов. Надеюсь, вы оценили эти спарринги, как хейтеры за кадром. А в комментах можете добавить свои эпические фразы, в которых вы, как чемпион всех чемпионов, разрывали всех из всех. Ну а на видео, конечно, никакущие дрыщи.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вы уничтожаете всех в округе. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете, став спонсором канала, даже за символическую плату в $1 по ссылке в описании или возле кнопки подписаться. А чтобы видеть более интересных видео именно со мной, из моей жизни и тренировочного процесса, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Направленную на координацию. Ребята стоят ровно и бьют живот просто вниз рукой. Это неправильно. Очень классное упражнение для наработки скорости, точности прямого удара. Вместе. Широко. Вместе. Вернулись. Шаг, удар, вернулись. Мы работаем двоечку. Бам-бам. Пробили, попали, закрыли противника. Пробиваем ему печень. Бум. Вернулись в стоечку. Пика! Защита. Нога где-то. Раз, два. Переваливайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, оба. Вот так.